Радио «Справедливая Россия» представляет. На дворе трава, на траве дрова. А рядом свое мы строим жилье. Но вокруг жилья очень много жулья. Это наше жилье, и мы здесь живем. Уберем жулье от жилья. Партия «Справедливая Россия» представляет. Жили-были дед да баба. Ели кашу с молоком. С каким молоком? Рассудить его в коромысло. Пензи. Только на хлеб с водой и хватает. А мораль тут проста. И нужна только малость. Человеку труда достойную старость.